Саньда, четырехкратный чемпион мира по ушу Саньда, победитель двух всемирных игр боевых искусств в Пекине и Санкт-Петербурге, обладатель официального титула «Король Саньда» Муслим Саликов, «Король Саньда» Fighting Eagle Хасавюр. Спортсмен в синем углу, 23 года. Вес 76,6 килограмма, рост 182 сантиметра. Профессиональный рекорд. 4 боя, из них всего одно поражение. Его соперник в красном углу, 28 лет, вес 76,7 килограмма, рост 181 сантиметр. Профессиональный рекорд. 4 победы, одно поражение. Филипп Катарлич против Муслима Саликова. Рефери в ринге Виктор Корнеев, Россия. Fighters to the center. Okay, gentlemen, you fight 3 rounds, 5 minutes, okay? Don't beat head, don't beat back head and spine line. Don't beat elbow to head, only to the body. Локти только в корпус. On the ground, knee and leg only to the body. Okay? Don't touch ropes, don't touch trunks, don't touch gloves. Listen my comment all time. Shake your hands. В угол, в угол. Шажок в угол тут, да, сместится. Чуч. You ready? Готов? First round, fight! Давайте на середину. Come on. Уважаемые поклонники смешанных боевых единоборств, бой длился 1 минуту 39 секунд. Нокаутом победу одержал спортсмен из России! Муслим Саликов! Король
команда Fighting Eagle Хасавюрт.